хочу. По-перше, потрібно собі задати питання, для чого я тут живу на землі? Для чого це все, що відбувається навколо мене? Для чого існує цей світ? Звідки він взявся? Така красота, така гармонія. Це все ж книга, яку Господь написав своєю божественною рукою. Вона теж читається, в ній пізнається премудрість Божа, Його любов, благость, милосердя. Та якщо людина почне задуматися над цим світом, над тою красою, ця красота заставить людину задуматися над вищим, хто це створив, де воно взялося. От, а якщо є творець, для чого це все створено? Стой! Стой! Да почай, подбросить. Червончик і поїхали. Ну, хорошо, поїхали. Двері тільки получше закрой. І чого всі туди їдуть, этот почай, а? Вот я вот считаю, что забыл нас всех Бог и меня лично тоже. Ну вот посмотри, я, да? Никого не убил, ничего не украл, ну по большому счету. А счастья нет. Я пашу с утра до вечера. Жена пилит, пилит, денег ей не хватает. Старшая дочка ничего делать не хочет, только по дискотекам шляется. И так у всех моих знакомых. Поэтому я тебе говорю, забыл нас Бог. А вы сами в Почаеве были? Да некогда мне по церквам ходить. Встаю в 7, ложусь в 12, устаю, как собака. Какая же там церковь, скорее голову... Совсем недавно я бы с ним согласился, если бы однажды не увидел все вокруг другими глазами. И тогда ко мне вернулась, как подарок, забытая детская вера в чудо. Он идет, идет, и сам вдруг видит, стоит в огне она. Когда человек узнает себя, он не может не меняться. А тогда меняется и мир вокруг. Становятся важными и главными понятия, о которых раньше даже не задумывался. И это благословенная земля, которая нам подарена. И храмы, хранящие неиссякаемую силу святынь. Все это становится близким и понятным. И благодаришь небо и за эту намоленную землю. И за чудо спасения людей, часто за миг до безысходности. За шаг до пропасти. Сколько Бог даст жить, столько помнить буду. Я тогда овец своих под гору пастись пригнал, на которой монахи из лавры киевской жили, те, что от татар бежали. День был как день, ясный. Только вдруг ветер налетел, я на гору гляну, а над ней свет дивный, на все небо разливается. Овцы мои в кучу сбились, птицы замолкли, а меня как будто потянуло туда. Свет манит, я иду, иду к нему, а он все ярче становится. И вдруг вижу, вот в этом свете небесном сама Богородица встает. Я на колени упал, руки к ней тяну, и молюсь в нее, и плачу, и молюсь. А Богородица над каменной горой поднялась, вся в этом свете дивном, и в небе будто растаяла.
Я на камень гляжу, а на нем след остался. И вода родниковая в нем проступила. Так рассказывал Иван Босый, пастух с Волыни. Только одно мгновение простояла Богородица на твердом камне, а след ее остался навсегда. Да, интересно. Ну а дальше что было? После того, как чудо это случилось, у подножия той скалы монахи построили небольшой храм. Но сама скала и след небесный на ней еще 400 лет оставались под открытым небом. Позже там построили церковь, а сейчас на ее месте стоит великолепный Успенский собор. Дух захватывает, когда видишь эту красоту. В память о чуде золотых дел мастер создал большой бронзовый киот с барельефом Божьей Матери. А след? След остался? Стопа с источником существует и сейчас? И след есть, и вода есть, и люди исцеляются. Пресвятой Твоей иконы, Владычице, молящиеся исцеление сподобляются, вере истинное познание приемлют и агаринское нашествие отражают. Тем же нам, к Тебе припадающим, грехов оставление и спаси, помыслами благочестия сердца наши просвети, и к Сыну Твоему молитву вознести о спасении душ наших. Пресвятая Богородице, спаси нас. Да, а моя все по гадалкам та экстрасенсам бегает. Ну все, приехали. Останови. Держи. Да не, ты это, свечку там поставь за меня. А зовут-то тебя как? Жора. Георгий, значит? Ну да, Георгий. Каждый ищет свою дорогу любви и справедливости. Именно здесь, в Почаеве, в этом удивительном мире красоты, покоя и какой-то непознанной мудрости, мне впервые удалось почувствовать и понять ответы на многие вопросы. Здесь даже время течет по-другому. Нет торопливости и суеты. А отец Геронтий, монах, чьи удивительные и неожиданные по простоте мысли помогли мне стать немножко другим человеком, знает что-то такое, чего нам пока знать не дано. Само существование Почаевской лавры уже является чудом. Ни разу за всю ее долгую историю нога завоевателя на гору не ступала. И веря в чудодейственную силу этого места, сюда шли и шли люди с надеждой на помощь и исцеление. Не на каждого изливаются чудеса, но каждому, кто обращается с сердечной верой, и тайно и явно подается помощь духовная, душевная и телесная. А история хранит память об этих событиях. По историческим справкам, в середине 16 века недалеко от Почаева, в поместье Орле, жила православная помещица Анна Ерофеевна Гойская. В ту пору на Волыни оказался проездом по церковным делам греческий митрополит Неофит. Богобоязненная Гойская сердечно приняла у себя именитого гостя и по обычаю ревностно оказывала ему самое глубокое уважение, так как стало известно, что привело его в Почаев желание поклониться святой стопе Богородицы. В благодарность за долгое гостеприимство Неофит благословил Гойскую семейной иконой Богоматери с младенцем, которую он привез с собой из Константинополя и всегда хранил ее при себе. Пани Гойская давно меня в услужение взяла. Да только такого я никогда не видела. А в первый раз и перепугалась совсем. Я и говорю, пани, от новой иконы свет идет. Сама видела. А пани мне не верила. Говорила, что почудилась. По
пока сама этот свет дивный не увидела. Я до осени был маленький еще, ну, как ты примерно. Так был у нее брат, пан Филипп. Так он от рождения слепой. Все о кузине своей сказки рассказывал, истории всякие. А она любила их слушать. Вот он рассказывает, а сам же ж ничего не видит. Все равно зал и убежал, потому что... Тут пани моя, которая уверилась уже, что икона-то необыкновенная, все пану Филиппу говорила. Помолись перед иконой Богородицы, проси у нее исцеления. Может, Бог даст и прозреешь. Пан и решился. А я там была и своими глазами все-все видела. Царица моя преблагая и скоро заступнет. Покрой твоим ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых. Умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты, о Богородительница. Ты подожди. Я бачу. И твоим причудным заступлением да избавлюся от всякие беды и напасти. Я бачу. Есть в Успенском соборе удивительные отличия от других храмов. Его стены украшают живописные картины с изображениями чудесных эпизодов из истории Лавры. Они изумляют и вселяют надежду, укрепляя в вере каждого, кто вглядывается в них сегодня, еще и еще раз переживая далекие и близкие волнующие события. Всяк человек обязан воздавать должное своему ближнему, то тем паче он обязан, по крайней возможности своей, воздавать должное Богу, Творцу своему, к чести и умножению святой его славы. Чудо прозрения брата, происшедшее на глазах многих людей, потрясло саму Анну. После этого была составлена знаменитая фундушевая запись, имеющая силу завещания, по которой часть ее состояния навечно передавалась на устройство Почаевского монастыря. А икону, явившую чудо, она, собрав иноков, священников и множество православного народа, с крестным ходом и пением перенесла на Почаевскую гору и отдала ее на вечное хранение монахам. «Не будучи ни от кого к тому побуждаема, но по доброй моей воле, делаю следующее распоряжение относительно той моей маятности при селе Почаеве, где существует церковь в честь Успения Пречистой Богородицы. Чтобы при той церкви было постоянно славословие Божие, я решилась построить и основать при ней монастырь не иного исповедания, как только греческого». Монахи, чьи молитвы и труды хранят и саму святыню, и память о явленных ею чудесах, часто бывают на том месте, отмеченном крестом, где когда-то стояло имение Анны Гойской, и где одно чудо непостижимым образом родило другие. Более 4 веков уже пронеслось над этими святыми местами, с того времени, как чудотворная икона Пресвятой Богородицы стала хранительницей молитвенной жизни Почаевской лавры. О чем обычно думаешь, просыпаясь? О тысяче дел, которые ждут и на работе, и дома, о возникающих проблемах, и покатился день за днем, похожие друг на друга. А здесь, в монастыре, все по-другому. Каждый день в 5 часов утра в хрупкой предрассветной тишине неизменно происходит чудо живого таинства. Торжественно и строго начинает свое движение к людям икона Богородицы. Та самая, древняя, славная своими чудесами. Год 1607. Головорезы Золотой Орды, помня о богатой и плодородной земле,
снова и снова совершали свои жестокие набеги. Люди жили в страхе, и никто не знал, будет ли жив завтра. Единственной их защитой была молитва. И, как всегда, в трудные времена оплотом веры стояли монастыри. Монахи, посредники между земным и небесным, свято веря в божественную защиту, молились о спасении православных душ. Матери в Почаеве, и только тогда испустил дух. Воскресший Христос даровав своей пречистій матері и всем своим истинным последовникам силу примагати не лише от всякое зло, а навіть саму смерть. Это лишь одно из многих чудес того времени, ведь все, что происходит с нами и в жизни, и в смерти, совершается в меру веры. Послал мне Господь испытание. В недобрый час наскочили на Почаев некрести и погнали нас, старых и малых, в неволю. Тяжко шли, под батагами, в кандалы закованы. Дошли и заставили нас камни дробить. Без роздыха с утра до ночи. А солнце жжет, руки, ноги в кровь. И так сердце защемит. Да не от того, что так тяжко нехристи мучают, а что никогда не увижу я ни земли своей ласковой, ни светлого моего Почаева. На небо гляну и молюсь Святой Богородице, хоть бы во сне землю родную увидеть. И вот как-то заснул я после тяжкого дня, и чудится мне, ангел тихий пролетает, меня поднял и понес, в небе понес. И так мне легко, глаза открыл, а я и вправду у стен святого Почаева. Иду я к нему и молюсь, и плачу. Чудо! Славлю тебя, Господи! Верую. Жива християнська віра, тверда надія і гаряча синівна любов до Господа і Його пречистої матері ніколи не посрамляли учнів Христових, а завжди сподобляли благодатні нагороди не лише у вічності, а навіть уже тут, на землі. Пройденная с отцом Геронтием дорога в пещерный храм стала для меня дорогой откровений. Икона Богородицы, та самая, чудотворная, наконец останавливает свое движение на высоте человеческого роста,
Я впервые вижу ее так близко. Вот она, рядом, и кажется живой. И верит, что чудо возможно, и тянет прикоснуться к ней. Так же, как и я, в этот рассветный час идут и идут люди в храм. И так же, как и я, верят в защиту и покровительство чудотворной иконы Почаевской Божьей Матери. Икона вновь возносится к вершине храма, как будто унося с собой память о бесчисленных чудесах, ею сотворенных. А что же мы сегодняшние? Когда мы утратили эту способность верить свято и жить по правде? Недавно наша земля була названа Святою Русі. Цікаво, що один шведський посол ще до Петрових реформ, відвідуючи наші землі, назвав Русь великим монастирем. Він говорив, що починаючи веселянський хат і кінчаючи князівськими палацами, все проникнуте духом християнства. Миряни від монахів відрізняються лише тим, що мали дітей, а дух життя і відданості Богу був такий, як у монастирях. Есть особенный день в жизни монастыря – 10 сентября. Каждый год живой ковер из цветов, любовно и тщательно уложенных, обозначает дорогу, по которой торжественно выносят святые мощи преподобного Иова из пещерного храма в Успенский собор, отдавая дань памяти благодатной силе первого игумена Почаевской обители. Я шел и думал, что же вело по жизни ребенка из богатой дворянской семьи с блестящими перспективами, если он 10 лет тайно уходит в монастырь, в 12 становится монахом, в 30 – игуменом Дубнинского монастыря. За 20 лет служения он успевает собрать многочисленное братство, которое занимается православным просвещением, переводит и издает книги, в том числе знаменитую Островскую Библию, получает невиданную славу и известность, и именно тогда строгий к самому себе уходит простым иноком на Почаевскую гору, в пещеру. Монастырское братие, почувствовав великую духовную силу Иова, поставило его игуменом Почаевской обители. Но долгие дни и недели преподобный проводил в этой пещере, молясь о спасении всех православных душ. Я со своими обычными человеческими мерками не могу даже представить, как можно было в сыром холоде пещеры, в тесноте узкого лаза, в котором невозможно ни сесть, ни лечь, творить молитву. А преподобный Иов молился истово. Так что, по свидетельству монахов, иногда в пещере появлялось дивное свечение. Крестный ход в этот день – благодарная память монастыря великим трудам преподобного, а торжественная служба в пещерном храме, в которой участвует только духовенство, незримая нить, которая связывает монахов сегодняшних и основателя Почаева. Великий аскет, стремящийся к уединению, стал ревностно исполнять посланное ему Богом дело. Испытания начались сразу. Пришлось защищать права монастыря от наследника Анны Гойской, который разграбил монастырь и похитил чудотворную икону. Музыки мы, люди подневольные. Здравый, баюка, музыка! Пригнали нас к пану Ферлею играть. День играем другой, а у них гулянка все не кончается. Чего только не творили. Совсем стыд забыли. Не знал уже пан, что ему еще такое сотворить. Так стал к служанке приставать. Неси икону. И жена Ферлеева тут же за столом сидит, наравне со всеми пьет. А вино-то в чашах для причастия. Жена злится. А
глазами Софийку так и жжет. Ой, люди, люди. Танцуй. Танцуй с иконой. Паралізувала її. Православні святині – це не прикладний предмет нашого людського земного життя. Це точка єднання людини з самим джерелом життя, живим Богом. І насміхаючись над святинею, людина не лише губить своє людське лице, вона насміхається над силою Божою, над самим Богом. А життя показує, що Бог поругаєм не буває. Тяжба преподобного Сверлеем за возврат монастырю похищенного длилась четверть века и закончилась, несмотря на неравную борьбу с вельможей, успехом, а икона вернулась в монастырь. Все это требовало от преподобного постоянного напряжения и многих сил, но обладая твердой волей и необыкновенным благоразумием, он каждое дело доводил до конца, во все вникал, своими руками сажал деревья, копал и чистил монастырские пруды, и никто не видел его сидящим без дела. Удивительная небесная красота Почаева – это плоды неустанных трудов многих поколений монахов, которые сегодня хранят и умножают эту красоту, заложенную еще преподобным Иовом. Торжественные праздничные дни достаточно редки в монастыре, но есть каждодневная, никогда не прекращающаяся работа. Именно она и обеспечивает и независимость монастыря, и его мощь. Каждый занят своим делом, а их на монастырском подворье великое множество. И не увидишь здесь недовольного лица, не найдешь человека в праздности. Вот смотришь на них, таких разных, молодых и не очень, с умелыми рабочими руками, и понимаешь, что работа может и должна быть в радость. Все они могут, все умеют. Они сами создают мир, в котором живут. Красивый и справедливый для всех. Миролюбие, понимание, прощение. Как нам не хватает этого сегодня? А ведь можно жить по-другому. Преподобный Иов, застав однажды человека, ворующего монастырскую пшеницу, сам помог ему наполнить краденным зерном мешок и взвалить его на плечи. Преподобный не винил его, не стыдил, только напомнил, что каждый должен будет дать отчет за содеянное. Ощущение светлого праздника в день поминовения преподобного Иова царит и в трапезной. А молитва, как всегда перед едой, благодарность Богу за возможность трудиться с радостью и делиться с другими плодами своих трудов. Наверное, поэтому и вкус монастырской еды не забудешь. Тут нет особых разносолов, а вкусно все. Преподобный и сегодня незримо участвует в жизни Лавры, а память о его делах чтят православные. Благодаря ему была организована единственная на Волыни славяно-русская типография и издан его труд «Знаменитая пчела Почаевская», изложение всего учения православной церкви. И это только малая часть того, что он успел при жизни. А век ему был отпущен долгий. Преподобный прожил ровно 100 лет и точно знал день своей смерти. В этот день он сам отслужил божественную литургию, благословил монастырскую братию и без всякой болезни мирно отошел.
А через 7 лет и 9 месяцев после погребения киевский митрополит, который получил чудесное знамение, дал повеление открыть гроб. И, как сказано в летописи, мощи были найдены нетленными и исполненными недоразуменного благоухания. Пані моя богомольная, все по святым местам ездит, меня с собой берет. Вот вчера мы в Лавру Почаевскую приехали, вечернюю службу отстояли. Да только не сам игумен ее правил. Сказали, болен он сильно, при смерти лежит. Помолились мы за него и при монастыре заночевали. Только будет меня пани в полночь, говорит, что пение из храма слышно и свет в окнах удивительный. А меня посмотреть. Я в храм вошла, и правда, поют, да такими ангельскими голосами, и свет из пещеры, как заря утренняя, сияет. А в свете этом сам Иов преподобный молитву творит. Испугалась я, с места не сойду. Тут на руки мне платок упал шелковый, в миру омоченный, и голос слышу. Пойди, отнеси игумену. Я настоятелю платок этот отнесла, а он его к лицу приложил, да и встала сразу же. Творивший добро при жизни преподобный Иов и после смерти не оставлял свою паству без заступничества. ...1675 год. Смутное время. Почаевский монастырь оказался на пути войска турецкого султана Магомета IV. Грабя и убивая, они уже захватили и Подолию, и Волынь. Пощады не было никому. Монахи и мирные беженцы укрылись в монастыре. Нет войска, нет оружия, нет защиты. Сама Богородица и преподобный Иов. Стали останавливаться кони. Султан приказал стрелять в небесных защитников. И случилось невозможное. Стрелы полетели вспять, нещадно разя врагов. Let's go.
много врагов полегло. А некоторые, оставшиеся в живых, после этого приняли христианскую веру и до конца своих дней жили послушниками в обители. Благодатний материнський покров Богоматері і молитовне небесне заступництво пред Богом угодників Божих завжди перебувають з багатострадальним людським родом. І це тому, що досконала християнська любов безсмертна і всеосяжна. І ніяка сила, ніяке зло не можуть перемогти глибини цієї віри і любові. Все, что я раньше слышал и знал о пещере Святого, просто померкло, когда я сам туда спустился. Спасибо отцу Геронтию за то, что поддержал мою решимость. Сохранилась не только память о преподобном, но и его незримое присутствие и в большом, и в малом. Часто холодной зимней порой иноки и семинаристы, проводящие экскурсии, греют озябшие руки, прикасаясь к теплым рукам святого. Люди, которые пришли поклониться и прикоснуться к святым мощам, и ночью не покидают храм, чтобы как можно дольше, в тишине и покое, побыть с ним. В эту ночь монастырь не спит. Успенский собор. Еще одно чудо Почаева. Насколько он красив, настолько необычна его история. Род Потоцких. Громкие имена, неоднозначные личности. Граф Николай Потоцкий. Властный, беспощадный, своевольный до неистовства. Страстный охотник, знаток и ценитель оружия. В гневе мог убить кого угодно. При этом умный, рачительный хозяин. На своей земле царь и бог. Пан мой на месте не сидел. Все по владениям своим ездил. Вот как-то едем мы мимо Почаева. Ходят-то звери, да и коляска новая. Вокруг божья красота. Да и пан веселый. А тут как наврочили нам. Кони испугались чего-то. Да как понесут. Я им пррррррррр, а они еще пуще, вожжи из рук вырвали, коляска перевернулась, я с нее кубарем под гору, а я-то что? Я гляжу, и пан мой лежит, ушибся, видно. Убью! Тут я и похолодел, знаю, пан такого не простит, ну, думаю... Настал мой смертный час. Только и успел в сторону горы Почаевской помолиться. Спаси, помилуй, Богородица. А пан пистоль на меня навел, кричит, убью. Крок нажимает. Осечка. Второй раз осечка. Третий раз. Осечка. Понял, пан, что сила сильнее, чем его, руку его отвела. И гнев его ушел, и кричит он: «В Почаев немедля хочу видеть эту икону». Примчались мы к храму, пан вошел, икону ту чудотворную увидел и со слезами, с молитвой на колени перед ней упал. Чудесами проникнута вся священна історія Старого і Нового заповітів. Господь не перестає
звершувати чудеса в святій своїй церкві і до сьогоднішнього дня. І завжди найвеличнішим, найвразливішим чудом є чудо навернення людини-грішника до Бога, її покаяння, переміна і направлення свого земного гріховного життя на шлях вічного життя своїм небесним Отцем. Граф Потоцкий после своего удивительного прозрения вспомнил о своих православных корнях и пришел к вере. Всю свою энергию, все свое громадное состояние он посвятил возведению Успенского собора, стал душой строительства. Пока строился храм, он жил в Почаеве, как простой монах, и сам следил за работами. Через 11 лет храм явил миру свою красоту. А граф Потоцкий окончил свои дни в монастыре. Я раньше думал, что в монахи идут только обиженные жизнью, неудачники, в общем, несчастные. И, если честно, даже жалел их. Желание прийти в наше слово зародилось еще участие в школе. Я читал духовную литературу, там наших древних святых отцах, НТС. Вот. Ну, думаю, что это было немножко такое юношеское, как всегда юношество присуще мечтать о что-то героическом, о великом. Занимался спортом в свое время, вольной борьбой. Да, я занимался судомодельным, то неплохо учился. То есть жизненные перспективы были, но вот, в конце понял, что все это суета, суета, утомление духа. Я начал переосмысливать свои переживания внутренние, конечно, как были колебания, вот, связанные, конечно, с юношеским возрастом. Даже я обращался к старцам, непосредственно к отцу Иоанну Крестьянкину, один из великих старцев современных нашей церкви. Вот, батюшка мне сказал такие интересные слова: чтобы принять монашество, нужен зов Божий, на который должно откликнуться твое сердце. Божий дар Почаевской земли, совсем недавно причисленный к лику православных святых, схиигумен Амфилохий, которого в монастыре помнит как отца Иосифа. Мы привыкли описание жизни святых воспринимать как притчу, далекую и почти нереальную. А я сам встречал людей, которые помнят отца Иосифа земным. Помнят его голос, походку, взгляд, его удивительную простоту и близость к людям. Кто сможет подсчитать, сколько человеческого горя принял на себя отец Иосиф, чтобы каждому помочь и вселить в него надежду? Человек ушел, а след его остался. До школы я сейчас батюшку знал, отца Иосифа. Він жив тут на кладбищі, а я до нього приходив на день по декілька разів у нього був. Він давав мені дещо тілля якось назбирати, там ще що. Я так ходив, збирав. От. І от одного разу. Да, біда. Вчера совсем не знали, как быть. Вроде и нормальная была, а то как сорвется на малого, как та ведьма. Подскочила к малому, взяла какую-то палку, хотела ударить его. Я в этот момент как раз в дом вошел, хотел забрать у нее эту палку. Так у нее же силище, сразу не отберешь-то.
Мать на крик прибежала. Я держу ее, мать к ней. А малой? А что малой? Забился в угол, кричит: мама, мама. Батя, я как подумаю, что могло быть. Страх какой-то. Это все потому, что в Бога не верите. Все за деньгами бегаете, и кроме денег ничего не верите. Да при чем здесь это, бать? Вон сколько людей в Бога не верят, и ничего. Потому, сынок, что нужно понимать, что от чего берется и куда идет. И не нужно смотреть на других, потому что каждый будет отвечать сам за себя. Леночка, досыть. Иду же до дому. Развяжите ей. Она ж буйная. Ничего, развяжите. Ты только, Маня, не волнуйся, хорошо? Все будет хорошо, не волнуйся. Только не бойся. Отец Иосиф тебе поможет. Все будет хорошо. И расточаться в России. Прекрати! Прекрати! Я катаю плоскость лица. Прекрати! 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 Я не могу. Прекрати! Помогай мне со святой Госпожой, Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Ну, це така історія перша була, яку я побачив. Почаївський сторож Михаїл в котрий раз готов поділитися з кожним своєю пам'яттю о днях, прожитих рядом з реальним і живим отцом Іосифом. Його дом завжди відкритий для тих, хто хоче від очевидця услышати, яким був старець. Люди шли и ехали с востока и с запада, из Молдавии и Сахалина. Иногда на улице, где жил старец, скапливалось до 100 подвод. Летом ежедневно бывало по 500 человек, и все ждали помощи и исцеления. Великолепный Троицкий собор. Он выстоял тяжкие часы нечеловеческого натиска и гонений, когда отбирались и обезглавливались храмы, становясь складами, домами культуры и колониями. Всех, кто пытался противостоять, ожидала жестокая расправа. Вот они, те самые ключи от храма, которые уже фактически находились в руках сотрудников КГБ и милиции. Как-то осенью 1962 года старца вызвали к больной девочке. Возвращался он поздно и не видел, что творится у Троицкого собора. Прибежавший послушник торопливо рассказал, что собор отбирают, и начальник милиции уже ключи отнял у наместника.
Отец Иосиф поспешил к храму, подошел к начальнику и неожиданно вырвал у того из рук связку ключей, отдал наместнику и сказал: «На, держи, и никому не отдавай». А милиционерам крикнул: «Архиерей хозяин церкви». Троицкий собор отец Иосиф отстоял, но он знал, что власти им этого не простят. Знал даже день и час, когда за ним придут, и сказал привратнику: «Открой ворота, сейчас за мной черный ворон приедет». И приехали. 6 человек ворвались в келью, накинулись на него, связали и потащили к машине. Привезли его в психиатрическую больницу, сорвали крест и ночью раздетого повели в палату буйных душевнобольных. А их там было 40 человек. Узнав, где находится отец Иосиф, люди забросали письмами главврача больницы. Ви давно стали монахом? Я народився монахом. Тут написано, ви лечите психічних больних. Це не я. Це Божа молитва. Так, может быть, вы вылечите больных и наши больницы? Можу. Ну так вылечите их. Только мне для этого нужны деякі речі. Какие еще речи? Святое Евангелие, хрест, риза та поручи. А зачем вам все эти вещи? Щоб я міг служити в отосвятні молебни. Тоді біси самі втечуть. Через 2 тижні у всей вашей лікарні не залишиться жодного хворого. Нет, вы нам без молебного лечите. Так неможливо вилікувати. Почему же это? Коли солдат йде на війну, йому видають зброю. На винтівку, патрони, гранати. Моя зброя на ворога – це святий хрест, святе Євангеліє, свята вода. Так, все понятно. Шизофрения. Увидите его. Да не подстригните, что это за прическа? Выпустили отца Иосифа из больницы только после вмешательства дочери Сталина, Светланы Аллилуевой. Так она отблагодарила старца за то, что он когда-то ее спас. В Троицком соборе, который защитил и отстоял преподобный, в дни его памяти проходит особая служба. Я был вместе с людьми, которые пришли с благодарной молитвой старцу, и понял, что вера в его исцеляющую силу жива и сегодня. А тогда, после больницы, отец Иосиф вернулся в свое родное село Иловицы, и опять потоком пошли люди. Власти ввели строжайший запрет на посещение старца. Но отец Иосиф, зная о нуждах людей, продолжал молиться за них. За всех. Знаете, мне сейчас вспоминать больно. Я за эти 12 лет все глаза выплакала. Началось все с радости. Дочка у меня родилась. Первая. Господи, как я ее ждала. А тут прямо в роддоме, как обухом по голове. Слепая. Я чуть с ума не сошла. Потом решила, вылечу. Куда только ее не возила. И в Киев, и в Москву. Кому только не показывали мы ее. Все в один голос говорят, лечить бесполезно. У нас с мужем руки опустились. А тут мне люди подсказали идти к отцу Иосифу. Говорят, если он не поможет, никто не поможет. Я вроде и веру уже потеряла. Так просто от отчаяния решила идти. Мама, отец Иосиф мне поможет? Обязательно поможет, доченька. Мам, можно я сама пойду? Нет. Ну, пожалуйста. Нельзя. Пусти меня.
с ней жить какой. Мамочка, я тебя очень прошу, пусти меня. Ну, иди. Доченька, я ж просила. Всех-всех-всех. Нет, доченька, нужно идти к отцу Иосифу. С радостью. Это его молитва помогла нам. Господи. Вы думаете, я святый? Я грішник. А стілення ви отримуєте по своїх молитвах і по вірі своїй. Так говорил старец, избегая человеческой славы. Отцу Иосифу были открыты души людей. Зная все о человеческих намерениях, часто недобрых, сам он благодарил за добро и прощал зло. Он не переставал исцелять душевнобольных, лечил недуги физические, и даже гангрена отступала перед его молитвой. Все это он делал для людей, вселяя в сердца радость и надежду. Отцу Иосифу будущее было открыто, как настоящее. Он знал день своей кончины. «Вот, останній раз слухаю с тобою Зозулю», сказал старец своему другу, монаху из Почаева, гуляя с ним по лесу. Так и случилось. Через полгода, 1 января 1971 года, подвижник умер. Хоронили отца Иосифа в Почаеве. Гроб люди не спускали с рук, каждому хотелось хоть немножко пронести дорогого старца. Могилу выкопали под яблоней, которую когда-то посадил сам отец Иосиф, и исполнились его слова: «Як ты до людей, так и люди до тебе». Весть о том, что по благословению блаженнейшего должны быть обретены мощи отца Амфилохия, для всей монастырской братии стала величайшим событием. С особой осторожностью снимали монахи слой за слоем землю с могилы старца. И вот первое чудо. Гроб пролежал в земле более 30 лет и сохранился, а мощи оказались нетленными. Многие маловеры считают, что сейчас нет и не может быть святых. Времена не те. Но то, что произошло в Почаеве уже в наши дни, утверждает, благодать неиссякаема. Все это кажется невозможным, а происходит на самом деле. Я помню свое потрясение, когда в первый раз приложился к святым мощам отца Амфилохия. Я ожидал ощутить ледяной холод, который однажды уже чувствовал, прощаясь с близким человеком. А тут наклонился к мощам и дохнуло свежестью полевых цветов. И тепло шло необыкновенное. Тысячи людей собрались на Святой Почаевской горе 12 мая 2002 года в день канонизации целителя Волынской земли схиигумена Амфилохия. Каждому хотелось приблизиться к новообретенной святыне. А в прозрачном весеннем небе, на котором до этого не было ни облачка, во время торжественной литургии появились три креста, как будто выведенные небесной краской. Два из них постепенно растаяли, а третий долго держался в небе, и многие успели сфотографировать его,
и сохранить память о небесном чуде. Доброе. Открытое лицо отца Амфилохия помнит каждый, обратившийся к нему. А теперь уже в святом нимбе он смотрит на нас с икон. Не дивлячись на всю простоту християнської віри, внутрішнє духовне життя християнина, його переживання Бога, це є глибока таємниця, яку кожна людина може пережити на особистому досвіді лише тоді, коли сама стане на шлях життя з Богом. Простіть. Ищет свою дорогу любви и справедливости. Причастие – это величайшее таинство соединения с Богом, когда тебе дарится благодать. Слава тебе, Господи! Слава тебе!